А сегодня Вениамин Кондратьев с супругой привели в первый класс свою дочь. Надя немного волновалась, но с гордостью дала первый звонок, открыв новый учебный год. По традиции первоклашку с колокольчиком пронес на плече отличник из 11-го. Я тоже волнуюсь и за свою дочь, которую сегодня привел в первый класс. Волнуюсь за то, как она примет школу и как школа примет ее. Это же тоже очень важно. Это дружба, это контакт со школой, с коллективом, с новыми друзьями, с которыми ей предстоит прожить целых 11 лет. Первая школа – это школа с традициями. Учителя, которые здесь были и которые есть, это основа тех жизненных навыков, которые вы будете нести с собой по жизни. А вы должны, конечно, максимально эти знания получить. Потому что чем больше у вас будет знаний, тем больше будет и богаче наша Кубань. После торжественной линейки школьники отправились на первый урок «Единый всекубанский классный час». Детям рассказали об истории Краснодарского края. С учениками пообщался и Вениамин Кондратьев. Он пожелал только хороших отметок в дневниках.